Полтора года Алеша Захаров из города Заречный до сих пор не научился ходить. Мальчику мешает серьезный недуг. Вести Урал совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжают рассказывать о тех, кто ждет вашей помощи. Мишка тут, лапку ему поранили, да? Слоник. Рассматривать зверей в книжках – любимое занятие полуторагодовалого Алёши Захарова. Но пока мальчик не может произнести ни звука. Алёша родился на ранних сроках, и врачи диагностировали у него перинатальное поражение центральной нервной системы. Из-за этого ребенок отстает в развитии. Не сидел, не ползал, не вставал, ну, что положено для его деток, возраста для его. Не говорил, никаких слов не было, ни звуков. К этому добавляется и задержка моторного развития. Алеша до сих пор двигается с трудом и не может удерживать равновесие. Только после трех курсов реабилитации, кинезиотерапии и ЛФК в 9 месяцев Алеша начал ползать. Дома мама помогает сыну держать спину и равновесие. Головку вниз наклоняй. Ручки. Чтобы мальчик мог побороть свою болезнь и развиваться дальше, ему необходим новый курс реабилитации. Алешу нужно госпитализировать для проведения восстановительного лечения. Мы постараемся улучшить тонус мышц мальчика, увеличить двигательную активность, развить координацию и мелкую моторику. Курс лечения стоит 200 тысяч рублей. Таких денег у семьи Захаровых нет. Помочь Алёше можете вы. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. В ответ вас могут попросить подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Ольга Зиналиева, Александра Южакова, Олег Потапов. Вести Урал.